Сокко в атаке. Синицкий, но контратака Мисников. О, какая передача, какая красотища. Ну и какое спасение от Урашова. Сделал сейчас очень красиво для своей команды. Виноградов бросал, казалось, уже наверняка, но Сергей Мурашов поставил локо в игре. Ставил корпус здесь Иван Синицкий. Ну, опасный момент и... Тащит здесь Мурашов. Пытался его обыграть, с удобной руки бросить. Не смог поднять ее на щитку голкипера. Очень линии бросок, но опять он не доходит. До Мурашова опасно, и здесь уже Мурашов спасает свою команду. Два броска он в упор отразил. И вот это, наверное, по-настоящему первый опасный момент в сегодняшнем матче. Мурашов, красавец, свою команду в этой ситуации выручил. Захаров сам все придумывает. И шикарное спасение Сергея Мурашова. Вот это да. Топ игра, сказал. И Мурашов, голкипер Лока, 76-50, сотворил фантастический сейв. У этого центрального нападающего 53% выигранных бросов. И хороший переход из обороны в атаку. И здесь опасный момент. Да, были близки автозавод к тому, чтобы увеличить свое преимущество. Ну, вратарь в очередной раз выручает. Овчинников. Так. Немчев, чтобы идет, развернулся, сам попытался. И вот бросок, и шайба. Шайба. Тут все хватают за голы, потому что не забивает Платонов. Говорит, Лайк подъехал совершенно уже ошалевший. Все остальные подъезжают к Мурашову, потому что это суперсейв. Шайба как-то здесь выскакивает из-под ловушки. И Платонов. Да, Сергей Мурашов. Это спасение. Это прям спасение с большой буквы «С».